Третья обогатительная фабрика в Мирном стала на капитальный ремонт. Почти месяц потребуется специалистам для того, чтобы выполнить весь объем запланированных работ. Подробности у нашей коллеги в алмазной столице Натальи Николаевой. Бесперебойность и стабильность – главный девиз работников третьей обогатительной фабрики «Алроса». Миновав максимум нагрузок, осенью коллектив ежегодно приступает к капремонту. На этот раз за короткий период времени более 360 единиц оборудования должны полностью пройти ревизию. Ремонт – это, можно его назвать, праздник для механиков, так как все оборудование зачищенное, стоит. Наша задача за выделенный лимит времени, значит, провести ревизию, ремонт всего парка оборудования, значит, также будет заменено много тонн, значит, металлоконструкций технологических и, ну, километрами меняем трубопровод. Пожалуй, самым емким оказался ремонт приемных бункеров фабрики. Здесь ведутся работы по монтажу греющих элементов, которые в будущем предотвратят налипание руды на поверхность. Совместными усилиями служб главного энергетика, главного механика и представителя Иркутской монтажной организации УПТК оборудование уже установлено и готовится к запуску. Данные нагреватели изготовлены с учетом недостатков предыдущих. Разработаны они в Иркутском государственном техническом университете. Разработаны они в лаборатории современных нагревательных приборов. Система полностью автоматизирована, рассчитана на низкие температуры, вплоть до минус 50 градусов. Практически не требует вмешательства человека. В данном случае моя ответственность – это вот монтаж данных нагревательных элементов, которые белым выглядят, скажем так, на фоне. Ну, в дальнейшем механическая служба зашивает поверх этих пластин футировкой, соответственно, дабы предотвратить пластины от выхода из строя. Необходимо отметить, что качественный ремонт – залог успешного прохождения следующего производственного периода. Окончание работ намечено на 25 сентября. Пока все идет согласно графику.